Всем доброго времени суток, друзья, меня зовут Валерий, и мы продолжаем с вами проходить вора. Итак, мы с вами обчистили дом Доннелла. Вот, теперь нам нужно найти браслет Рэндалла. Вот, в комментах вы написали, сначала вы написали то, что, возможно, в каких-то местах канализации, где я еще не был, он лежит. Но потом добавили еще в комменте, что... Все-таки браслет лежит у Тома в комнате, помните, да? Тома, который возле дома Рубина, чувачок такой был. Вот, у него в комнате находится браслет. Вот. Но мы вроде с вами, как бы, не знаю, вроде там осмотрели, ничего не нашли такого. Вот. Ну, видать, хреново мы там смотрели. Поэтому придется, значит, вернуться. Ну, и как раз нам все равно, короче, возвращаться в эти канализации, смотреть те места, где мы еще не были. Вот, поэтому... Поэтому... Как раз вернемся к Тому. Так, я еще не был, знаешь, где... Погоди, я еще... Погоди, мне еще... Я не был вон там. Вот. Но! Давайте сделаем, знаете, следующее, короче. Так, погоди. Я что-то заплутал опять. Давайте сделаем следующее. Сейчас отправимся туда, к Тому. Найти надо вход. К Тому. Потому что все равно сюда возвращаться, выход у нас находится у Доннелла, судя по всему. Вот. Так. Да, вот паучок, я помню. Вот. И, короче, когда вернемся сюда, ну, заберем браслет, когда вернемся сюда, как раз попробуем зайти... Там, где охрана ходит. Показалось, что что-то лежит. Да что? Блин, застрял в пауке. Вот. Как раз там посмотрим. Судя по всему, те места, где я не был, находятся как раз-таки там, где ходит вот эта охрана. Ой. Да, пока не пойдем. Мне нужно найти. Это что? А, просто окошко. А, все, окей. Вот начало. Рубин у нас находится с правой стороны. Как раз. Идем сейчас быстренько сбегаем туда. Так. Там еще чел какой-то стоит. Неизвестно. Ох уж мне эти чертовы крысы. Так, я что-то видел или мне это показалось? Хм, все спокойно. Стой! Ух ты, ух ты. Так, ладно. Лучше надеяться, что тебя первым нашел я, а не стража. Так, ладно, мы туда потом зайдем. Ладно, первоначальная задача у нас найти, короче, браслет. Идем за браслетом. Так, окей, эти места я помню. Главное, бляха, потом опять не заблудиться. Я же помню, здесь плутал, да? Отлично. Не знаю, посмотрим.
насколько ваша наводка будет правильной. Ага. А, ну здесь, по-моему, ничего нет, да? Я не туда вышел. Вот опять я начал, короче, плутать. Так, нет. А не здесь ли Том у нас находится, нет? По-моему, в каких-то таких вот этих комнатах был, да? Так, ладно. Бляха, совершенно запутался. Судя по всему, я не туда повернул, надо было. Так, я пришел. Так, вот сюда вот. Я сейчас наверх. О! Том, да? Так, и где? Опа, смотри, что я тут пропустил, еще и кучку золотых. Так, погоди, а ну и где? О, вон оно, вот он браслет. Как запрятали-то? Конечно, я здесь не усмотрел. Все, теперь возвращаемся. Теперь сейчас надо нормально найти дорогу, короче. Правильно, сразу же, а не опять блуждать. Так, окей. Так. Ага. Ага. Опять кругами начал бегать. Так. Так, погоди. Вот сюда. Нет. Или да. Да. Теперь вон туда. Здесь я вот рубанул. Давай-ка заглянем еще. Там вот, смотри, чел стоит. Так, надо как-то... Давай потушим так. Там еще ходит кто-то сверху. Оп. Здесь что-то не так. Сиди здесь, Гаррет. Тихо-тихо-тихо, только не стреляй. Ну, в принципе, смысл. Мне тут не забраться. Ладно. Я только потратил, короче, эти стрелы. Ну ладно. Так. Вот сюда.
а? Тихо-тихо-тихо-тихо. У меня есть эти вспышки? Нет у меня вспышек. Я знаю, что ты здесь. Научай. Надо их, короче, просто тупо отбежать, наверное, будет. А, они свалили. Здорово. Научим тебя, Гаррет. Ну что, слабо? Тут дверь какая-то. Ах ты, падла. Так, ладно, хрен с ними. Валим. Да. Да. Лёха. Тут охрана. Что это было? Хорошо, мешочек. Так. Ну туда я не залазил. Эта дорога ведет к Донулу, по-моему, да? Так, а где я еще? Ну, в принципе, вот это тоже наверх ведет. Да. Что, я по лестнице забрался, да? О, смотри, там золотишко. Ага. Леха упал. Где лестница? Так-то, в принципе, у нас все сделано, нам только надо свалить. Ну, сейчас дополнительно просто я хочу посмотреть, где я не был. Так, у меня 5 стрел осталось. Так. Ага. Нормально еще стрел поднабрал. Шумовая. Огненная. Обычная, да? Так, и записуля. Дэви, пока Доналд с Рубином заминают свои делишки, лучше залечь и не высовываться. Я все-таки человек Доналда и не могу рисковать лезть на северную сторону. Окей. Допустим. Оп. Так, а откуда я пришел? Там красный ковер какой-то. Значит, я там не был, я пришел вот отсюда, да? Здесь что? Уже какой-то костер. Как? Вообще, как эти, как кроты, короче, тут нарыли. Прям просышь, куда идти. Ага. Кто это там? Эй. Верно, это были крысы. Все успокоилось. Кажется, я что-то Леха. Видел. О, я тебя прошу. Стража, сюда! Стой! Стой! Да иди ты лесом. Много стражей все равно не назовешь. Так, окей. А что у нас здесь? Маховая стрела. Так. И хлоп. Хорошо. Эх, а там стоят еще. Ну так будет нормально, окей.
Опять чутким сном, наверное, спит, да? Не получилось вырубить. О, огурчик. У меня, смотри, только жизни. Чего вы молчите? Еще одна маховая стрела. Ладно. А где он? Ай-яй-яй. Где он, сюда пойдет? Добрался чужак. Как он меня увидел, я был в тени. Стража, это Гаррет, взять его. Ой, да хрен с тобой. Как сыкло просто какое-то. Ну, чтобы сразиться, да? Так, где я еще не был? Ну-ка, подскажите мне. Надо туда идти, где вот стоят там стражники. Вот сюда. Здесь я еще не был. Наверное, меня подводит зрение. Все успокоилось. Так, что я попаду? Могу? Отлично. Есть какой-то, не знаю, обходной путь, потому что, блин, они так стоят там, они меня увидят, если я буду заходить, короче, они меня увидят. Может, здесь как-то вот обойти можно? Да ничего подобного. Мы работаем на южной части, а Рубин — северной. Если что, возникнут какие проблемы, мы узнаем об этом. Нет уж, эти двое вряд ли успокоятся. Рубин послал этих ребят, чтобы они удостоверились, что с Доналом все в порядке. А Донал занят поиском ключа Рубина, и они явно столкнутся нос к носу. О, не надо было мне выходить из Союза. Ты что-то так, видел? Ну, ничего не видел. Лежи здесь, окей. Короче, они говорят, что у Донала и Рубина, короче, какие-то, ну, противостояния насчет этой вазы, короче, они друг с другом тут. У нас проблемы. К нам пробрался чужак. Да ты опять! Наверное, болван, если пришел сюда. Знаешь, вот этот вот луч. Напугал-то. Знаешь, вот этот лучник, короче, он смахивает на этого. Знаешь, на маленькую собачонку, которая тявкает, но не дерется. Так, смотри, что-то взял. Окей. Так, еще что-то взял. Окей. Твалит от меня, ну. Что такое приставучий-то? Да! Ни хрена он такие маневры вытворяет, а? Леха. Свирепый, свирепый. Верю. Я вскрою тебе брюхо, слабак. Ты будешь истекать кровью. Фу, получилось все-таки оглушить его. Так, а там этот тявкущий лучник где-то, да? Окей. Годя, в принципе, все. Нет? К нам пробрался чужак. Луча на повороте, бляха. Так. Я не знаю. Я все посмотрел или... Опа, дверь какая-то. Так, ключи подойдут. Ключ от казино. А, это казино. Понятно, туда не надо. Туда нам не надо. Так, идем дальше. О, здесь мы не были. Отлично. Не ломается?
Хорошо. Кто здесь? Гаррет. Ты, наверное, болван, если пришел сюда. Падай. Ну, падай. А ну, упади. Тебе конец. Хорошо. Так, кто-то еще там. Смотри, там что-то есть. Ну и даже тушить не надо было, короче. Толстобус какой-то. Хлоп. Угу. Водная стрела. Так, еще денежки. Так, так. Богатеем, богатеем. Магрин, а если понадобится прийти, пользуйся задней дверью 47. Мне наплевать, что там случится с твоей одеждой. Я хочу рисковать тем, что подонки Рубина проследуют за тобой. Пока я не получил свой ключ обратно и не поставлю вазу на каминную полку, тебе придется мириться с неудобствами, Донал. Угу. Короче, в эти места я должен был прийти до того, как я попал в особняк Донова. А я, видишь, как ты сделал по-своему это все. Окей, ладно, здесь все, в принципе. Остался только вот этот лучник, который тявкает и ничего не делает. Так, ну, возвращаемся, короче, к Доналу. Я так предполагаю, да? И выходить надо. Так. Дорогу бы вспомнить только еще. Ну, вроде как сюда. Так. Правильно же, да? Угу. Так. Так. Так, так, погоди, нет. Вот дорога к Донову. Я шел сюда. А потом я повернул куда? Не сюда. Я повернул вон туда. Да, паучки. Нет, да, нет, да, нет, да, нет, да. Да, здесь я убил паучка. Потом прошел сюда. Так, лестница, окей. Тут еще вот сюда отвалит от стены, от этой. Так, я еще вот сюда не залазил. Погоди-ка. Стоять. Здорово. Играя Спайдермен. Да. Неудачно вышло. Стоять. Как ты ему стрельнул так? Заработала. Тебе придется попотеть, придурок. Хватайте. Трус. Трус. Так, стоп. Так, не напрягает вот эта железяка. Ой, он куда-то пропал, что был здесь. Ой, он куда-то пропал. Не волнуйся. Я сейчас сделаю так, короче. Прыжки, ну, же я могу. Пошевелись. Ах ты, трусливая скотина.
далеко. Я тебя быстро найду. Я видел здесь чужака, будьте наготове. Ах ты, скотина! Повернись, только медленно. Он только что был здесь. Окей. Давай, давай, сюда иди. Я знаю, сейчас тебя. Ты где-то... Так, минус один. Отлично. Тебя понятно, короче. Ну ладно, отдыхай. Так, надо его за углом ждать. Все отлично. Так. И куда это меня приведет? 47. Ну понятно, я вон там в ручейке дергал. Короче, я зря вообще сюда пришел. Все, идем, короче, к Доналу. Вот. Я зря здесь мучился, зря старался. Зато поняли, что это за место такое. Так, идем к Доналу. Тунул. Погоди-ка. А, не понял. Вниз что ли надо? Погоди-ка. Я же забыл дорогу-то. Окей. 47, да, вот. Все. Все, мы у Донала. Теперь нужно, собственно, найти. Так, там наверх должна быть дорога. Вот сюда. Старая добрая столовая. Так, так. 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 И вот выход. Я надеюсь, да? Да. Все отлично. Все отлично, все шикарно. Наконец-то, наконец-то. Так, и что у нас по статистике получилось? Мы убили, прикинь, 2 часа 20 минут на... эту миссию. Так, найдено. Ну, почти, смотри, почти все нашли. Обчищено карманов 11 из 18, вскрыто замов 15. Глушено 62, прикинь. Нанесено урона 87, получено урона 19, излечено 15. Найдено врагом тел 2. Понятно. Так, убито 1, это паук был. И 8,5 часов мы уже играем в эту игру. Окей, друзья. В принципе... с гильдии воров у нас все закончено. И в следующей серии уже перейдем к новой миссии. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте. Комментарии пишите побольше, потому что с лайками у нас на Ютубе сейчас беда. Вот, Ютуб там что-то не робит. Так что делимся с видео, пишем комментарии, подписываемся в группу ВКонтакте, на Инстаграм. И всем пока, с вами был Валерий. Всем удачи.